Здорово. Вы набрали 10к лайкосов за 12 часов. Вы просто сумасшедшие. Ну, ролик значит ролик. Вы же хотели продолжение, верно? Надеюсь, и тут мы наберем не меньше 15к. Я думаю, это вполне заслуженно. А почему, вы узнаете в самом ролике. Я погнал дальше снимать ролики на официалочку, но могу порекомендовать вам небезызвестный модифицированный сервер Fury Rust. Да, все вы его уже давно знаете. Там огромное количество качественных серверов с различными приколюхами, когда вайп вы видите уже на своих экранах. А также есть промокодик «Забирай». Тем, у кого нет времени на хардкорную классику, приглашаю вас именно туда. Все коннекты в описании. Приятного просмотра. В моей голове вырисовалась схема, по которой я смогу построить свой идеальный отель, но для этого мне нужно было очень много ресурсов. Кстати говоря, ПНВшка предназначена именно для этого. Фармить камушки ночью. Так, стрельнешь — умрешь, я тебе сразу говорю. Я думал укокошить тебя. Но понял то, что как бы тут аутпост, и как бы, ну, убивать здесь — это такое себе. Ну ладно, удачи тебе. Давай. Здорово. Слушай, ты не знаешь, этот дом кто-то лутал уже, да? Просто смотрю, тут кроме угля ничего нет. Кстати, смотри, что у меня есть. Оп. О, нет, нет. Я выжил. Короче, есть работа для тебя. Чисто на доверии. Купи мне дерево по-братски. А то мне полчаса ждать как-то впадло. Давай, я тебя тут подожду. На весь камень закупи, а я тебе потом это, что-нибудь подгоню за это. Что-то, мне кажется, меня обманули, походу. А, нет, смотри, вот он. Так, давайте без ваших вот этих вот иок. Здорово, пацаны. Пойдем, я тебе какую-нибудь пушку за это дам. Не тебе, вот, видишь, мне кипарь помог. На развитие отеля чисто дерево закупил. Пойдем за мной. Слушай, а у тебя сачеля есть? Можешь скрафтить? Сачеля... Сачели, по-моему, нет. Но бобовка есть. Так, смотри, у меня есть... Допустим, сейчас я открою. Вот. Не за что. Можешь добавить? Ну, давай, добавлю. Если что, обращайся, помогу. Развалим любой клан без смс-регистрации. Давай. Так, отель я большим строить не буду сразу. Максимум, что я сделаю, это сейчас выстрою фундаменты. Каким он будет? Раз, два, три, четыре. Так, это будет у нас... Подъем у нас будет здесь, допустим. Наверх. Вот так. Это будет вход у нас. Тут у нас витрина. Тут витрина. Здесь вот так. Так. Ну вот, нужно было тебе это делать. Так, записки есть, двери есть. Комнаты мы сейчас все оформим. Да, так, хоп. Хоп.
я, соло-игрок. Привет. Блин, ну почти ровно, ну, почти идеально. У меня уже лута, блин. Полный инвентарь. Тебе, блин, камни можешь скинуть или что? Ты хочешь... тут жить? У меня кодовых замков еще так, нет. Да, я хочу тут жить. Ты понимаешь то, что... меня вот уже сейчас этот, бить палками будут. Не успев закончить строительство, я обрел первого постояльца. Написав пароли от комнат в записочке, я их положил в магазин, после чего их можно было купить уже за 2000 камня. Так, я, конечно, могу продать комнату, но там пока что нет никаких этих ящиков и так далее, но я сейчас принесу все. Понял, но у меня уже первый верстак есть так-то. Так, ну, какая тут комната попадется, это уже, конечно, интересно. А этот постоялец уже приманивал каких-то других бомжиков, чтобы они поселились рядышком. Вот этот парень продает. Привет. Он, ну, не знаю. Привет. Так, я пока обустрою. Где-то 1000 камней у тебя комната, да? Угу, да-да. А как тебя зовут-то? Ну я сейчас одну комнату куплю, не знаю, как парень тут. Мне столько мне надо найти. За ним медведь погнался. Чтобы полноценно открыть отель, мне оставалось просто нарисовать табличку. Но сделать это было не так уж просто. На меня начали нападать бандиты. Блин, меня вальнули, капец. Эй, за что? Братан, ну я только начал на выживание. Ты зачем? Вы чё, вы вон так не кинулись на меня? Чё вам сделал, блин? Пацаны, ну... Офигели? Нападать на моих постояльцев будущих. Ой-ой-ой-ой-ой. Лежать. Потому что у меня под хатой какие-то бомжи и хотят меня убить. Да ты мне не нужен, нахрен ты калаш. Да кому и ты рассказываешь? Я тебе хотел помочь. А, Терри, я понял. Здорово. Здорово. О. Ну так, мне кажется, намного лучше. Только не рум один. Нет, 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 дай мне... Сколько комната? Только не рум один. Ладно. Держи. Я сейчас все ящики сюда перенесу. Сейчас все скрафчу. Сколько комната стоит? На карте ты ж можешь чекнуть. 2000 дерева. О, камни. Я зайду, поставлю. Это на сколько? Навсегда. Нормально. Первый верстак еще не поставил мне? Так, сейчас оформим. Пойдем за мной, я весь твой лут в другую комнату скину, иди сюда, фермер. Кого убили? Чисти, можешь поднять, пожалуйста? Можешь поднять, я на выходе. Откуда ты, они вас убивают? Кого убили, блин, антиратчика, это там двушечник сидел. Да.
Так, скрабчик. Не, слушай, это тебе подарок. А это тебе мой подарок. Ого! Да нет, ты шутишь. Нет, ну тебя же убили из-за меня. Че к тебе обращаться, да? Да, я сейчас еще дверь металл принесу одну. Поставлю, чтоб тебя не задипали. Так, все, вроде бы отлично. Ой, два типа. Все? Я должен. Там еще один. А, это, наверное, наш знакомый, випка. Блин, слушай, мне тут вообще очень нравится. Ну, это еще не все. Я сейчас проведу электричество сюда. Ферму недалеко от строя будет вообще бомба. Также для постояльцев я выставил инструменты на продажу, чтобы каждый мог купить себе то, что ему нужно. Кто вы такие? Привет. Привет. Вот этим. Тут мест пока что нету, еще не построили. Тут нет. Мы с другом купили места, скоро будет второй этаж. И будут места. Чуть попозже приходите. Как у вас? С каждой минутой желающих заселиться в этот отель становилось все больше и больше, и поэтому я отстраивал новые комнаты. Плюс я поставил пару магазинчиков и выставил туда пушечки. Мало ли кому-то пригодятся. Ну а мне нужен был скраб. Там стреляют. Кто это такие вообще? Напали они. Походу ГГ. Да, убил. На тоне. О, это те типы, которые на нас нападали уже. Так, давайте мангал поставим. А, мы его уже поставили, в общем. Дим, на, держи. Анна, давай, слышишь? А? Давай я там турельки ее на верном режиме поставишь тут. А, нужно ветряк. Ветряк нужно найти. Ого, да ты мог, лучше бы себе пушки купил на этот скраб. Третий скрафтишь, и будет что-то купить. У нас есть 6 весового металла, если у тебя есть 4, то можно скрафтить. А вы умеете крафтить? У меня есть еще турели изучены. Я умею. Вау. Можешь написать волдас, когда комнаты будут? Спросить там, когда комнаты появятся, понял? Снимем. Окей. Если камень есть, я прям сейчас могу построить. Сейчас чекну. Мне кажется, я мега тупой. А, 37-80. Ну да, что сказать. Здорово. Бля, вот это хайломы. Ну, там еще две печки. Да, две печки, спальник и еще два ящика сверху. Какой ник? Палочка, зипл. Через единичку. Все, спалка есть. И так как мои постояльцы помогали мне, я помогал и им в каждом файте. Надо помогать. Привет. Что-то? А тот, который хотел купить же эту комнату. Я не буду этим убивать. Хотел комнату купить, я сейчас не буду убивать. Я не знаю. Блядь.
Ну, в зеленку там отдал. Нас начали жестко прессовать руфкемперы. Помните тот домик с первой части? Да, это именно тот домик, где был читак. Ну, этот болтовщик напрашивается. Какой у тебя ник? Короче, надо выселять этого болтовщика и все. Жители отеля совсем не привлекали внимания. Да, вообще ни капли. Ну прям сейчас вряд ли дом у них, конечно, не хилый, слышишь, но попробовать можно. Короче, знаете что, давайте соберемся, сколько вас двое играют по-прежнему? Ну, пока что в онлайне двое, да. Давай закину вас в пати, чтоб не убивать вас. И чтоб ты постояльцев не трогал. Где твой друг? Мы собираемся бахать этот дом. На КД. Пацаны, без проблем. Согласны? У них хата примерно был, я знаю. Примерно. Короче, да, тогда скидываемся. У нас есть где-то, ну, сейчас 5000 порох, ну, строчка пороха, 5000 серого, у меня еще дофига всего. В смысле он не умер? Пойдем за ним. Серый не особо, мы прям сейчас на хату все вбухали. А так у нас было дофига всего, то есть... Енот ПВЕ фарм. Теперь у меня болтовка есть, сейчас посмотрим, как он постреляется. Давайте хотя бы глянем, что там. Короче, у меня есть идея. Что за бомжара бежит? Так, ты там стой, аккуратно. О, турелька, это хорошо. Турель мы поставим. Убил одного, идите залутайте его, ребят. Там... Убил типа. Он меня задолбал, этот болтовщик, реально. Блядь! Чизи, нахуй, у меня зелено место. С вышки? Башку ему разбил, все, он умер. Нет, он жив. Залутайте труп, там один лежит труп не залутанный. Одно дело было рейдить меня на начальной стадии развития. Да, за это можно было и не мстить. Но так как они начали убивать моих постояльцев, так еще и сидеть на крыше постоянно, у нас появилась цель. Мы решили собраться с отелем и пробахать их дом. Да. В бой! Прям к ним на крышу сразу и это, и улетай. Тук-тук, я ваш метальчик забрать. Операция по краже металла закончилась крахом. Тем же временем к нам решили поселиться какие-то европейцы. И мне для них пришлось отстроить еще комнатки.
I'm in the stairs. Okay. Just a little bit, not much. Okay. Come here. You wanna live here? This is room, your room. Yes. Okay, I can give you invite to the group. I can give you invite to the group. I can give you one furnish. Это первый иностранный клиент. Nice. Do you have sleeping bag? Or I can craft? Ого. Всех своих постояльцев я собрал в Дискорде, чтобы было удобнее собираться на рейд. Let's kill him. Yeah. I'm farming so many sulfur. Nice. Okay, I can give you invite to the group. The all Russians, maybe you know. I've noticed. My name Dmitry. Oh yes, my name is Jordan. Yeah, nice to meet you. Thank you, you too. I can give you something if you need. I have so many guns. Oh, yeah, I'll take a gun, just any gun really, but SAR I'm good with. The semi-auto rifle I'm good with. Okay. So when do you want to raid them? I don't know, maybe 2 or 3 hours later. Because I want melt and craft so many times. So fucking dumb. One day ago, these guys playing with cheaters. And one get banned, you know? Okay, I'm here. I'm in Houghton. Where are you? He is... I don't know where he is. Me? Yeah. Oh, where am I? I am about to spawn at the hotel. Okay, hello. Hola. Leave in your team, I can give you an invite. Oh, yeah, true. Yeah, leave team. Nice. Boom. Okay, wait, I can give you semis, but I want to go to my base. Yeah. Nice. JZ! I'm down! Wait. He shot me! I'm on the roof. Okay, I pick you up. Thank you, man. That was so stupid. Go, 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 go! Nice. Со временем наш отель развивался все больше и больше, и я даже поставил большую печку для моих постояльцев. Пока я занимался строительством отеля, мои соседи и постояльцы отеля собирали ракетки на взрыв этой базы. Да. В то время, когда мы были готовы уже рейдить, начали рейдить наших соседей, которых мы побежали сразу отбивать. Это их, это наших рейдят. Ну я и говорю. Может, скинься все у тебя и... А, можно в отеле все скинуть и пойти их бахнуть. Ну вот. Айка, тебя рейдят? Это твой? Да, меня рейдят фастом. Сейчас помогу, подожди, сейчас. 4 типа там. О, тут у меня что-то. -2. Минус антирад. Кто по дому? Мы. Все, понял, наши, вижу. Зерио, это он. Эй, на крыль. Какие двери вы Давай, можете пустим, открыть? Пустим. Это свой, не стрелять по нему. А ты был? Пустим. Да, Бости, пошел. Да, это я открывай. Нет. Давай, злой, еще раз. Открывай. Ты кто, блин, животное? Айка, дальше открывай. У нас N39, примерно на 100. Дал хит ему на базе. Стой, открывай. Убил 2 качели. Настя, ты убрал? Да. У меня... Открывай. Он тут стоит. Бил одного. Хорош. Мы всех убили. Понимаю. Ярик, дай буст, Ярик. Подожди, я пойду. Сишка. Да кого запустил? Сишка, иди, ломай шкаф. Сюда иди. Ломай шкаф, ставьте свой. Давай вот сюда. Идеально. И шприц можно дать парочку. Все. Выход есть. Металл и застраивай, все. Все, ГГ, ребят. Хорон. Димас.
можешь инвайт тебе выкинуть или нет места? Места нет. Айка сейчас тут. Вот. Это кто стреляет? Фермер, ты где? 0-0-0-0-0. Я накрываюсь первому. Ой, вниз. Рядом впереди на 107, на 130 домик, за него, с него гранником стреляли. Ну а дальше начался полнейший ад. Я тут, я тут. Поехали. Хайзен, надержи. Не, хотя да, Хайзен на прикрытии, кто будет бахать? Давай я. На злой. Нет турели? Дальше буримся, насквозь? Там модульный дом. Там дальше пустота, дальше, дальше рвем. Ага. Есть тип внутри. Слева. Прямо рвем. Вон туда, мне кажется, влево. Понял. Не важно, там турель. Кройте, ребят. Да не надо. Давай. Меня убили, меня убили, меня убили сзади где-то. Мне три башки прилетело. Зачем ты палишься? Сейчас голову дают. Дима, турель. Стреляю. Понял, тут турель. 260. Он застроился, нет? Не застраивались. Я подбегаю. Я же вижу. Это они дали? Да, зажигалки. Они подожгли. Я турку бачу. Я не знаю, хватит ли нам ракет. У нас еще 18 дома лежит. Лутаю себя. Открыл, Дима. Не вижу. Убили. Брат, сори. Я от страха. Не хотел. Шкаф взорвал у них. Я у них шкаф взорвал. Есть базуки. Ого, тут у них всего. Тут двери тут есть. Тут очень много. Тут очень много всего. Тут компонентов 2 или 3 ящика. По мне турель стреляет. А, Дима, телек упал. В буферке вот здесь. Где турели постреливают. Тут 5 или 2. Не знаю почему, но по этому пареньку дамаг не зарягало. Он успел немного застроиться, но у нас была еще пачка ракет. Специально для этого домика. Две головы убил. Найс, найс, найс. О, это я люблю. Есть. Красная. Раз. Минус две ракеты. Сколько? Одна сочель. Давай, 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 бахай. Вот есть, есть, на крыше, на крыше, на крыше есть. Ого. Того, где мы. Вы живы? Вы живете? Нормально. Все ракеты потратить, друзья, окно. Немножко правее, слышишь, Дим? Угу. Чтобы стенки взорвалось. И тогда они вас не будут. Хит голову, да, он красный. Все, проблем все, нет. Все, окей. Лестницы вы взяли? Лестница есть? Нет. Все, возьмите. Дал мощики. Взорвал его. В окне взорвал. Давай. Давайте гаражки, гаражки, да. Гаражки ломаем внизу. Поставьте лестницу на отстрел мне. Давай. Нет, пока лестница. Поехали. Ты так не прыгай, я тебя чуть не упал. На крышу. Убил, убил крышу. Он умер. Хорош. Дальше бурим, туда же бурим. Сразу. Нам ракет нужны. За ракетами идти. Иди за ракеты. Ребят, за ракетами же-то идите быстрее. Нельзя, я только могу один открыть. На крыше лутает себя. А мне берданка в бокс идет. Где она? Чекай, наверху много ящиков. Ребят, внутрь, просто проходите внутрь. А, мы видим их, мы нормально вскрыли отсюда. Мы все видим у них. Да, летаю внутрь. Чекайте, просто контрите, я пошел за ракетами. Голод зашел. Пацан. Не нет. Умирайте. Просто молодцы. Нельзя. Это. Мы можем просто МВК по толке, а тут есть что-то? Ракеты? Нельзя на МВК надо. Долбите ящики долбите. У меня топор есть, могу дать. Давай, давай, давай. Есть обычно. Они дураки. Ну не сказал бы, что дураки, но нормально. Давай, будем. Нам хватает тогда. Это есть еще у хата. О! Стопэ. Электроника есть. Тут... Я дурак.
Ну дальше, дальше. Есть. Да не надо мне. Тролль офнута. Тут все сломано. Все, отлично, есть. Тут миль... Справа открывает. Есть ракета у них тут? А. Открыл окно! Я умер! Я упал. Поднимай, поднимай. Не давайте ему залтать. Я убил всех, ты всех убил и нас убил. Чуваки, чуваки, контрите трупы. Я его тоже убил, все нормально. У них там спалки есть, у нас их там нет. Челик, за нашей кибиткой с двушкой, помогите, помогите. Вы, наверное, в шоке от увиденного. На самом деле я сам в шоке. Но с этим ничего не поделать. Наш отель победил. Мы выселили дом читаков, понимаете? И, кстати говоря, этот парень сам сознался то, что он играл с читером. Хотя в первой части он говорил то, что не знал, что это читак. Да, бывает же. Так какой читак? Пойми, то, что я по вам стрелял, нам такие соседи, понимаешь? А с берданкой кто? А, не ну свои, вот. Читак, да. Читак, нам... Вася, а почему ты этот спальник не делал? Это ты? Это был... Ну как пострелял? Нормально? Махито. Пострелял, ты пострелял, да, в мой отель, теперь у тебя нет хата, а мой отель до сих пор стоит, да. Понимаешь? Да. Да. Зачем? Зачем ты оскорбляешь, чувак? Ну... Тебя зарейдили в онлайне, типа, мы знали то, что ты в онлайне, и пришли рейдить спокойно. Как бы вот, играть на ресы читака, это очень даже, не очень хорошая идея. Это не ресы читака. А, так это мы тебя рейдили. Ну да, в принципе, вот эта хата, которая маленькая снизу была, две сишки, я понял. Пойми, первый раз он единственное, что делал, просветливал дома. Все. Ой, ну это не признание, не брат. Не ВХ. Это признание, типа... братишка. Типа, ну я знаю, мне типа все равно, я читом не играл, мне типа барабан. Вот такая вот история. Как мне кажется, наш с вами отельчик победил базу читаков и руф-кемперов, которые мешали нам играть. Надеюсь, вам понравилась данная история. Не забывайте писать комментики, я читаю их все. Ну и увидимся в следующем ролике. Всем пока.